Данное видео снимается с целью показать черновой вариант этой адской машины. Сам процесс изготовления снимать не стал. Очень муторно, долго все было. Штатива нет. Как говорится, что получилось, то получилось. Взята была пластина 2 мм как основа. К ней прикрепили асинхронный двигатель, редуктор от какой-то другой адской машины. Не знаю чего, чего-то военного. Сделаны такие крепления для частей мясорубки. Собственно говоря, частей мясорубки вот все, что осталось от старой. Запускалось несколько раз всего лишь. Подключено через конденсатор. Все это рассказывать не стал. Тут очень много интернета всего. Вот так выглядит. С этой стороны шкивы, не точил, шкивы стандартные. Догнал, все подгонялось, как говорится, молотком и зубилом, подтачивать болгаркой, топливо не обращался. Старый вал от старой мясорубки сюда как-то приспособил. Я уже сейчас не буду тонкостью углубляться. Сейчас будем крутить пробный вариант фарш. Что получится, из этого уже будем решать, делать ли дальше ее, не делать, окультуривать корпус, не корпус, красить и так далее. Сейчас покрутим, попробуем и уже решим, что делать дальше с этой адской машиной. На этом, пожалуй, все.